мне такой горячий микрофон от президента Всемирной международной ассоциации «Супержам» Петра Силкина. Для меня это большая удача и награда большая. Я Вера Хунгуреева. Благодарю свой род, своих родных, своих родителей, всю свою семью. Благодарю всех вас, ассоциации международной. И в данное время я очень благодарна вам, что я нахожусь вместе с вами. Но мне 64 года, я мама двоих успешных детей, двух удивительно прелестных, прекрасных моих внуков. Супержам меня пригласила моя подруга Валентина Бузинаева. Но это еще год тому назад. Но я вот только недавно мимолетно зашла. Я сейчас про-мастер интеллект. За мной тут же я пригласила своих подруг Ингу Романову и Тамару Алагую. Такие девчонки решительные, успешные. Но без них бы, конечно, без моей команды я бы не была бы с вами здесь, с такими успешными и всемирно известными людьми. Поэтому я очень благодарна, я благодарю своих девчонок, свою команду, что я вместе с вами нахожусь. Супержам мне, конечно, до Супержама я вообще не могла выходить на люди, что-то сказать, я стеснялась, я вообще с комплексом была. Но сейчас, когда я прошла 8 занятий «Жемчужин», я стала очень уверенной. Ну, видите, я вышла перед вами, выступаю. Поэтому я хочу поблагодарить всю цепочку педагогическую. Валентину Бузинаеву, это «Жемчужина Байкала». Надежда Юрченко, это наша императрица. Люция Лилия Шагиева, это наш учитель, который ведет нас к большой цели. Люция Суимбековна, это просто энергия мощная, которая заряжает нас всегда. Марина Самсонова, это вообще светлый человек, да? Настолько светит и светится. Петр Силкин, это вообще президент, я не знаю, величественный президент. Владимир Довгань, это человек необъятный, он всех обнял и объял весь земной шар, планету Земля. Я, конечно, хочу встретиться со всеми вами в Дубае, встретиться и обнять всех вас, потому что я первый раз выступаю, и я даже не думала, не гадала, что я буду с такими успешными людьми и выступать перед вами. Я хочу быть на Дубае, я хочу стать фаундером, я хочу взять суперинтеллект-тренер. Поэтому я благодарна всем вам. Я получила, конечно, очень большой урок, жизненный урок, и я знаю теперь, что все зависит от самой себя. Это все во мне было. Я сейчас все убираю, чтобы не было. Передаю микрофон Петру Силкину.